Перед вами мальчик, мем номер один, прилегший с мобилой во время школьной линейки Казахстана в селе Караозен. Оказывается, ему всего 4, и его 12 лет рабства еще впереди. Пока что Чил Кентай, настоящее имя Жанасыл, ходит в детский сад. А в День знаний он так переоделся, потому что тоже хотел, как и его братья, выглядеть импозантно и дерзко. Мама призналась, что надевая на него костюм, не представляла, чем это обернется. Звезда на ковровой дорожке. Да, ребята, такое бывает, что маленький мальчик хочет тоже пойти в школу, но он даже не представляет, что его ждет. И когда он будет в первом или втором классе, как он скажет: «Ох, как же я хочу вернуться в садик». Позитивными видео делятся и родители самих школьников. Терпение и сил, энергии в новом учебном году детям и родителям. А вы, ребят, посмотрите эти ролики.